Так, ну что ж, всем здравствуйте еще раз. А что это? Да. Слушай, у Алекса... Что с Алексом? О, он танцует, нормально, попа танцует. Ты танцуешь? Опа, ну я сразу... Попа танцует. Я врываюсь сейчас. Подождите, я вас не... Алекс, смотри, смотри на вот эту вот палочку. Олеж, посмотри на палочку. На палочку или на полочку? Что такое? О, благовоние, а где? Где это, где веники мои любимые разрубленные? Да... Ай-яй-яй. Я не выживу точно. Вот теперь все. Алекс, тебе надо взять кресло такое, знаешь, как этот трек слышал? Там Господь, Господь. Не работаю. Смотрите, какие мы умные. Ай, блин. Смотрите, какие мы умные. А что за фризы жесткие такие? Это нормально вообще? Ну все, вот мы умные. Испытание выживи. Я самая умная. Блин, уже тупая. Я самая умная? Тогда иди, ты самое слабое звено. Все, пока. Блин, даже не знаю, я возьму утрик, я возьму радио. Кто-то камеру из вас взял? А что брать-то? Подожди, что работает, что не работает? Объясните, пожалуйста. Фонарики нет. Ультрик, уже. Ультрик это работает. Вообще все грустно, все будет грустно, темно и страшно. Грустно так. И темно. Слушайте, ультрик работает. Я взял термометр, ультрик, МП и фотик. Буду фотик. Вы не хотите второй крест взять? Что вы тут набросали? Что там вот такое? Возьми крест, как в треке. Даша, повесь камеру на голову. Ребята, меня смущает, что там уже свет включен. Вот, это нормально. Так, это тебя смущает? А, то есть мы не скажем... Главное, Дашка, запомни одно правило. Никому не склоняться. О, Алекс! Алекс, живи! Алекс, атака! Алекс, атака! Атака! Боец, прячься, атака! Да за что? Вот и помер он сейчас. А как я вообще пропустил? Мне просто пришел грамматик, я не успела... Этот нелегкий, трудный час. Понять. А когда на Алекса... А ты когда на Алекса напали, нашел? Мы тоже не поняли. Это произошло очень внезапно. Ты не видел? Да, я Олег Аль-Бабум-Балам-Балам. Практически арабское имя у меня. Я не знаю, Даша, как произошло, но он кричал как мог. Он боролся за жизнь свою. Так я здесь крест поставлю, чтобы он сюда не тпшнулся. Итак, раз Алекс... Слушай, что-то бросает, что-то бросает здесь. Кто, что, чего, где? Вот здесь, по-моему, он, кстати, появляется. Потому что я слышу что-то металлический звук. Алекс, откуда он шел, ты не понял? Ты умеешь общаться с духами с того света? О, вот, точно. Я верю. Слушай, Алекс, а раз мы зашли, может, это демон? Типа сразу мы зашли, он такой хуяк убил. У нас ноль рассудка. У нас ноль. Он пыхает, хыхает, это не они. Ну, слава богу, что это не они. Аж отлегло от сердца. Твою мать. Ладно, беги, Даша, беги. Она выключена, нахуй это все. Так, прячемся, сидим тут, короче. Хорошее место, блядь. Хорошее, зашибись место. А ну-ка, не бежит. Оно бежит ко мне, по-моему, слышишь? Хорошо, мы записываем стрим, да? Нормально, блядь, зашибись. Зашли, а минус Алекс сразу. Зашли, минус Даша сразу. И остался непоколебимый, непобедимый Олег. Даша. Ой, блядь, оно еще атакует! Ёптва! Не-не-не-не-не-не! А это Даша там ходит? Что за... Я не вижу ни черта! Он где-то там за палаткой, но не может до меня добраться, может, сучка! Ну что ж ты делаешь? Ай-яй-яй! За что ты с батей так? Ну нельзя же так сделать! Ну ты что? Ну, бля... Ну, епс тудей! А, все сдохли. Классное начало. Хорошее, бодрое начало. Хорошо начали. Хорошо Слушайте, пошло. Бодрое начало. Бодрое. А все потому, что ты крест не взял, богохульник. Ты крест почему не взял? Надо было взять и Господь, Господь. Три метра прошел. И все нормально. Я только захожу сразу. Господа. Извините. И меня насилуют. У нас, у призрака, я так понимаю, что скорость 150, потому что он бегал как не знаю кто. Да, и мне показалось, знаешь, что он за тобой ускорялся? Ты вроде как удачно бегала, и он все быстрее. А он моргал или нет? Ты призрак, фантом не должен. Ну, да, кстати, было похоже на фантома. Я, может быть, ты меня не слышал вообще, когда мы воскресаем, что-то со звуком. Ты очень такой, да, как в подушку говоришь. Да?
А я тебя вообще не слышал. Ну, блин, этот... А... Ну, там же я ничего не успел сообразить. Я так понял, у вас, короче, яркости выкручены, да? Потому что я ничего дальше палатки вообще не видел. Фантом, моргал, не моргал. Я моргал точно. Моргал ли фантом? А, кстати, скорее всего, действительно, слушай, это действительно был фантом, потому что я его пару раз только увидел этого. Голожопый был. Редко он появлялся, да, я согласен. Не, ну отлично, но начали неплохо, в принципе. Этого, но, да, отлично. Я в машине предметы дольше выбирал, чем мы играли. Господи, хорошо, что мы ничего не... Так мы ничего не теряем, не это, да, слава богу. Мы, конечно, мы теряем рассудок, мы теряем... Что, да, окей, пошло. Ну, оно так работает, просто связь, современная связь, работает, привет, вот так вот. Это не дискёрд, это подпёрд какой-то, правильно подметил. Представьте, кто не готов, алё. Дождь идёт, а чё рандомная погода, алё? Так. Ну, это хорошо. Так. Блин, ну не знаю, что брать. Ну, радио возьму. А, я тоже не знаю вообще. Вообще ноль людей. Ну, сначала температура, потом зелёнка. Так, я первым не захожу. Так, давайте. Да, да. Кто самый смелый? Кто не надет на голову? Крест, не забудьте взять крест, дети мои, я вас умоляю, прошу. Вымой от своей сына и святого духа, я пошел первым. Давай. Не бойтесь, дети мои, все хорошо. Священным дождем место окроплено, и все будет хорошо и добро. Что ты делаешь, дитя мое? Прячемся, это ж прятки. В смысле прятки? Первая атака. А, так бы и сказал. Ни хрена не видно. Так, сюда давай зайдем. Вот. Это не джин. Это не джин. А кто это тогда? Так, уже атака, походу, началась, видимо. Раз все сидят. Ну что-то видит. А где вы все? Даша, ты тут прячешься? Даша, да, и это не джин, если он свет вырубил. А, Даша в палатку решила. Ну неплохо, Алекс, а пошли блядь. Тогда искать. Включи обратно. Атака! Ты же знаешь где. Атака! Нет, ладно. Ай, бля. Ладно, зашкиримся. Я не уверен, что это нас спасет, потому что этот челлендж какой-то очень жесткий, в отличие от прошлого. Бля, он тут где-то рядом. Судя по тому, как он ходит, он явно где-то рядом. Так, ушел. Вроде все живы. Убил Дашу? Ёбаный сыр. Ты чего? Как так-то? Непокаянное дитя. Только начало играть вторую катку. Как это получается? О, сейчас мы будем с Алексом вытягивать это все. Так, если он ее убил, значит, продолжается атака, да? Хорошо, сидим пока на жопе ровно и особо не рыпаемся. Ёпт. Ёпт. Он там ходит, слышно прям? Прям слышно. Пиздец. Ай! Да вы что, прикалываетесь? Святой Олег второй раз выживает? Ну, фактически. Ладно. Часто моргает. Ух, какая фотография. Ни хрена себе, это полумесяц. Что это, полуклешня какая-то. Я в шоке, блин, просто. Так. Я подглянул в чат на Дашином стриме. Там пишут, что это может быть Они. Поэтому я, короче, Они ставлю. Потом закончилось, блядь, нет? Эй, люди, есть кто живой? О-о-о, вы что, издеваетесь? Святой Олег один опять остался? И как вы хотите, чтобы я в кромешной тьме что-то делал? Я поехал. Этот лагерь не для меня. Этот лагерь слишком проклятое место для такого святого человека, как я. Итак, смертные, коль вы знаете, какой призрак, извольте мысль вашу изложить. Не знаете, но чат говорит, что это Они. Либо я буду склоняться к мнению большинства людей, либо к вашему. Учебник летающий, что ты думаешь? Ничего не думаешь? Ну, в принципе, я тоже так же солидарен с тобой. А где девушка, которая обычно выживает? Она тут? Девушка, бросьте что-нибудь. Извольте кинуть предмет из мира живых, чтоб я увидел, что вы здесь. Нет? О!
Благодарю вас. У вас есть какие-то мысли? Или мне просто уезжать? Сделать вид, что я типа все прошел по уму и по хитрости? Судочек. Мы едем обратно? Или будем искать этого долбанутого призрака? Я предлагаю ехать. Я тоже согласен, поехали. Я поставил Они, я не знаю. Может быть, это он. Может и нет. Во-первых, там темно. Во-первых, один. Во-вторых, это челлендж. Тут другие условия. Это банши, мать твою. Это грёбаная, блин, банши. Ну почти. Блин, ну такой призрак вкусный. Ну, бывает в слове банши или в слове Они ошибка слова банши. Бывает. А как вы умудрились умереть, дети мои? Я что-то не понял. Он ко мне пришел. Он прям знал, где Алекс как умер. Я вообще под каким кустом засел. Вообще, да. Как мы это будем проходить? Там херовая погода, там ни хрена не видно. Он сразу убивает. Еще попробуем пару раз, и если совсем будет задница, тогда уже пойдем. Да. Я вас очень прошу, берите кресты. Но я устал уже вам говорить, чтобы вы не умирали. Я же была с крестом. Даша, это не тот крест. Бери наш крест. Тот, что я тебе дал. Сделал, который сам. Какой наш? Какой ты сделал крест? Я вообще не понимаю, о чем будет речь. Ладно, не знаю. Хорошо. Бери, что есть в магазине. Они же добавили несколько видов крестов, по-моему, нет? Да не добавили, не было никаких обнов, что ты меня обманываешь. Подожди, ты в начале стрима сказала, типа, обнова, сейчас Олег зайдет, молчите, не говорите, типа, обновка новая. Да не было никакой обновы, ты же видел, в стриме ничего не обновлялось. Ты хочешь сказать, что крест... У меня какой-то другой крест, я с другим хожу, поэтому и, собственно, выживаю. Алекс, тебе не кажется, что нас обманывают? Мне, по-моему, он с этим демоложиком что-то путает. Нас с крестом ходит, выживает вообще. С каких пор вообще кресты помогают Фазмина? Ну, если будешь стоять посреди комнаты, помогают. И вдруг он... Он не ТП. Если его откусят, вот оно что. Так ты еще не веришь в помощь креста в Фазме. А то, что радиус у него есть, ты знал? Как это? Вот и я про это. А ты знаешь, что я вообще креститься вообще умею? Так что я верю во все. Ну, давай, слева направо или справа налево? Правда не выживаю. Вот так вот. А ну, еще раз, подойди, давай, покажи. Давай. Все, вот, все. Ну, теперь давай. Благослови меня на хорошую катку. Поехали. Да. Не дай боже, вы сейчас умрете. Не дай боже. Я возьму камеру. Как-то. И радио. Так. Ладно, я беру раз. Я беру два. И я беру. У нас вообще не скиньте улики. Есть шанс какой-то, что-то вообще угодно. Я вообще непонятно, но очень жестко все. Так, ладно. Я пока здесь поставлю крест. Дай нам знак. Блять. Как атака? Вон он идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, он там был. Он прям там был. Блять, он здесь. Прямо за палаткой. Класс, мы место нашли вообще. Идеально, лучшее, просто лучшее. Лучшее место. Все, да. Я здесь вообще, я здесь всю катку буду сидеть. Так, Даш, ты где? Он шел из тех палаток. Кто-то что-то... Каких, Дашульчик? Так, ну не ускорялся вроде бы, скорость. Вам шум. Бегом! Алекс, место! Атака. Погнали. Застрял. Атака. Как жесткая. Нет? Это ивент, оказывается. Блин, проверка. Господи, проверка рефлексов, это ивент. Опять? О чем ты говоришь? Ребята, он из тех палаток. Господи. Алекс, у тебя МПшка срабатывает где-то. А, вот он кидает кегли. Кегли бросает. Сколько? Ребята, вам привет от Евгении и Юлечки. Здравствуйте, вот, Евгения, давай, здравствуйте, Юлечка. Всем привет. Блин, да, всем ребята... большой привет. 8 градусов. Бегает. Беда вообще, просто какой-то наркоманский призрак. До дальних палаток идет, сейчас я крест хочу взять. Давай, Даша, бери. Перебью. 5 градусов, дальняя палатка. Дальше, да, вот туда лишь, дальше. Дашечка, ничего не вижу вообще. О, вижу! Смерть свою вижу! Бегу нахер! Бегу, блядь. Ебаный. Нахуй. Здрасте. Здорово. Тихо. Спокойно. Спокойно сидим, не рыпаемся. Все нормально, он тут рядом. Ревик! Ебать, ревенант. Ревенант. Ну, похоже на Ревика. Не
надо было этого делать! Блядь, пошёл! Зачем ты это сделал? Зачем? Ты его фоткал! Ты нахрена? Дашу убивали, сфоткал! Зачем? Ты Дашу убивающую сфоткал, умирающую? Замечательно! Ой, бля, зачем? Зачем ты это сделал? Это Они! Я ошибся с каткой, ребята, Они был в этой катке, я просто в будущее смотрел. Ты поторопи, мы поторопились немножко. Зачем ты ее фоткал? Высунулся, щелк, и он прибежал сюда. Ну блин, она бегала, убегала, он догонял. Мне показалось, что он был медленный, а потом меня увидел и ускорился. А потом слышишь, он ускорился, Даша, по факту я Ревика тоже поставил, потому что я слышал, как он бежал, это правда. А понимаешь, нет, многие призраки и так ускоряются при контакте, но они ускоряются в больших локациях, по-моему. А это маленькая, типа ж маленькая. Ну, хоть раз угадаем. Ну же голов-то сколько, Дача? Блин, ребята, может, мы подскажите, что взять? А может, мы вообще не будем выходить, ребята? А может, мы вообще выходить не будем? Сейчас рандомных ставим призраков. И да? Уезжаем. Так, давай пусть чат за нас решает. 20, отлично, точнее, думаю, не 24 часа, а целый стрим чат решает, кто там призрак. Отлично. Давай. Чисто как у нас как рулетки получится примерно, да? Сколько тут? Даже больше вариантов у нас. А там куча. Все, я взял крест, я пошел. Я не знаю, чем быть полезным. Не, очень маленькое место убивает моментально, понимаешь? Тут даже не надо скорость больше 100. Зашел и смерть сразу. Алекс, подержи дверь, слушай. Ты можешь подержи дверь, короче. А что я подержи? А как я могу? Да, я не знаю. Ну, типа, если оно хлопнет, то тебя не сильно прибьет. То есть, в принципе, нормально. Ага, отлично. Охуенный план. План просто лучший. Так, а где эти ящики? А есть смысл вообще дать знак нам или не надо? Да он сейчас даст. И знак, и звезды. Так. Не знаю, быстрое МП, быстрые отпечатки. Я так, ладно. Ничем помочь не могу. 5 градусов. Дай нам знак. 8,2. Хорошо, давайте решим. Прячемся там же, за ящиками. Дашка, тут хорошее место, чтобы ты знал. Красный вент, красный вент, красный вент. Тут за ящиками где-то было место хорошее, мы прятались. Да нет, больше ящиков. А ящиков больше нет. Он здесь! Все. Здесь. МП. Открыл палатку. Вы открыл, слышали? Открыл палатку. Открыл. Да. Смотрю, сколько? Смотрю. Пятера? Сколько? Нет, двоечка. Блин. Печатков не вижу. Печатков я не вижу. Так, температура 11 градусов. Это тут не холодно. А может быть он здесь? Здесь же был красный. А у нас вообще улик. А улики могут быть вообще? Без понятия. Надеюсь. Я крест бахнула. Блин, тут блин, а он открыл палатку, и отпечатков, получается, нет, да? То есть там не было ничего. Не. О, топает, слышите? Открыл палатку. Ёп! Твою мать! Ух ты, как я успел вовремя. Как я вовремя. Я крест как раз там киданул, а он появился в радиусе креста. Ну, вроде как такого быть и не должно. Вот это немножко странно. Ёпта, побежал, бля. Побежал он. По-моему, за Дашей. Ладно. Я знаю, что эта карта многими очень нелюбимая. Она глючная. На ней фризы всегда. Грёбаный дождь, который мешает слышать врагов. Прятаться херово здесь. Я, по-моему, бежит сюда. Здесь очень много минусов. Сколько людей не встречал, никто эту карту не любит. Одна из самых нелюбимых. По-моему, он там прошел, я только что видел. По-моему, там кто-то был. О, идет сюда. Вон летает книжка, значит, Алекса уже нет. А вон он ходит. Но он ходит медленно. То есть, как бы ничего такого особенного. По идее, он ко мне не должен зайти. Зашибись. Просто зашибись, бля. Оно моргает, это еще атака идет. Значит, двоих вальнул, да? Что там бросаешь? Идет атака, нет? Уже не проверь. А, тут можно зажечь, подожди. Тут же вроде есть что-то зажигать.
Есть кто живой вообще? Пиплы? Атака есть? А, бля, атака, ёбаный. Вы чё, прикалываетесь? Вы специально умираете, чтобы я один здесь был? Я же не могу свет включить, проверить, атака там идет грёбаная это или нет. Ой, блядь, идет. И только, не только атака идет. Тихо, тихо. Так, пишут Морой. Пробуем Мороя. Коллективный разум, это тебе не чат GPT, это как бы немножко, немножко лучше. Ёпт, он тут. Тихо, 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 тихо! Нет! Я пошутил, не трогай меня! Я же шутил, ну я же пошутковав, ёп... Ой, бля. Ах ты ж гнида, ну что такое? Пара-па-па-па! Замечательно. Просто замечательно. Ёкай, бля. Я сам скоро буду ёкать от... Ну, это шедеврально. Это лучшие стримы катки, которые у меня были. Ну, слушай, да. Ну, ты выживаешь, смотри, ты как профи прям. Заметь, мы вообще сливаемся, наверное. Дашечка, я не знаю. Мне кажется, вы с Алексом решили скопироваться и бедного Олега потроллить. Умирать, и пусть Олежка там живет, как хочет, короче. Свободное плавание, как птенца из гнезда. У него менялась скорость. Как юкаем мы по скорости должны определить? Фиг его понятно. Я хрен знает. Самая тупая карта. Зачем они ее вообще добавили в фазму? Согласна. Это беда. Ну, но да, это интересно. Через бы другой какой-нибудь привязали бы к какому-нибудь домику, было бы поинтереснее. Так, я предлагаю, давайте еще раз попробуем, а потом пойдем уже в наши понимаю, классические дома. Я не понимаю, где прятаться мне. Давайте. О, ладно. Хоть бы раз, хоть бы улица. Слушайте, давайте реально мы сейчас заходим и сразу по разным палаткам разбежимся. Ну, давай, давай. Я возьму так. Сразу крест. Как а видите, он мне помогает. Я живу. Батюшка, дольше всех. Я думал, стрим прервем. Спаси и сохрани, ладно, как давайте. Говорится, нас в этой каточке. Ну что, берем что-то, хоть что-то. Да. Тут ну, я ультрик взяла. Хорошо, все. Либо и хотите, идем все вместе батюшки. В туалет, и там же несколько кабин. Давайте, пойдем все вместе. Ой, туман. Отличная идея. Ой, какой лысенький туман. Алекс. Ну, слушай, а может это... Никто не взял, да, ключ? А что, мы ключ не взяли? Я взял. Придется с ноги выламывать. Мы можем костер запалить. Подожди, они... О, туман, я люблю туманы. Красиво. Да? Ой, атака, господа! Ой-ой-ой, там идет злая женщина! Ай-яй-яй. Так, нахер. Она за кем-то пошла туда налево. И она меня не почула. Хорошо. Бля, бежит, ты хуя сделала, бежит! Даша! Дашуленчик! Дашулька! Дашечка! Блядь! Нет! Я-то за что меня-то? Я ж ничего не сделал тебе, женщина! Ой, у нас даже это самое. Ну ты ё-моё, ну блин, ну как? Ничего, ну зачем? Ну что ты делаешь? Ну что это за жесть такая? Что это? Я не знаю, не хочу знать, она злая. Слушай, какая быстрая. Ну скажешь, какая быдло. Такая быстрая, реально, зато убежала. Это Таеха? Она Алекса ищет, видишь, у нее времени мало, она ищет Алекса, поэтому быстрая. Нашла? А, не нашла. Тебе нашла, Даша, он умер в костре, нашла она его, все. Тебе привет от Валери. Привет, Валери. Этот вздох, этот выдох в конце, феноменален. И все. О, Ангрео. О, Ангрео. Григория. Тыкать на... У кого-нибудь были варианты с Ангрео? А с Ангрео у нас еще вариантов не было. Ты думаешь, это баншуха? Да, он за Дашей бежала прям конкретно. Давайте еще раз. Мне нравится... Извините, но я скажу, но мне нравится умирать в этой карте. Я не знаю, почему. Умерли вообще, вышли, отлично. Все. Да, я просто там сам пошутил, сам посмеялся, и хорошее настроение гарантировано. Понимаешь, все в порядке. Вам большой привет от Богдана, и Алексу тоже привет от Валери. Богдану. Привет. Здравствуйте, Богдан. Хорошего вам стрима. Большой. Хорошего настроения. Снова здрасте. Давно ой, не Кенни Кемпер, вы так. Вообще в курсе, что мы с Кенни сейчас делаем? Кенни Кемпер! Блин, если бы я канал создавал, ну, давно, давным-давно, еще до Брендита, я бы называл себя Кенни Кемпер. По-моему, прикольно звучит. Отлично. Кенни Кемпер. Мы мало того, что кемп, мы в кемпе, так Кенни Кемпер, так нам еще и кемперить в палатках надо. Хранитель. Ты представляешь, как весело и классно получилось?
Даш, скажи мне, что взять? Давай это будет маленький гайд. Ты мне посоветуешь, как новичку, что-то взять, чтобы не умереть в первую минуту. Ну, ты же говорил, крест помогает. Ну да, типа крест. Совет новичкам. Я вот новичок, советуй мне, что взять, слушай, чтобы не сдохнуть. Возьми свет, возьми крест. Я тебя не могу тут поднять, тут не работает это. И молись. Так я же не крест. Ну, слушай, у тебя выживаемость выше, чем свет... у нас. Так, да, кстати, у тебя уровень выживаемости выше. Так что все в порядке. Я слышу дождя, нет, я надеюсь, что в этот раз я успею костер запалить. Так. Я очень хочу, чтобы у нас было посветлее. По радио можно не стараться говорить. В этот раз я не добежал. Не, ну почему? Попробуй. У нас опять туман. Мы еще ни одной улики никогда не нашли. Не, не было такого вообще. Давайте я пойду первый. Давайте я зайду, я побегу. Мне нравится комментарий в чате. Сейчас бы вареников навернуть. Блин, да? У меня есть вареники с вишней. Все. У меня же вареники с вишней есть. Хочу вареники с вишней. Да? Блин, давай прервемся. Давай прервемся, Даш. Я тебе на гитаре, ну, слабаю, да, а ты будешь его кушать под это. Да, Алекс, Алекс танец сделает. Да. Танец. А мы по кабинкам? Ждем атаку, да? А второй кабинки-то нет надежной? Нет. Алекс, ладно, давай, заходи. Я уделю тебе место здесь. В кабиночке. Да нет, ну я... Ой, Даш, извини, я не знал, что ты здесь. Я не в ту кабинку. Даша сейчас должна была крикнуть. Занята! Бумага так, есть? На бумаге закинуть? У нас есть. Тебе блин, у меня дай... была классная игра про туалет, я помню, я играл. Там чувак попросил туалетную бумагу, а я ему, короче, гранату дал туда. Ну, была такая игра, короче. Помогло? Нет, он меня потом убил. Это оказался туалетный монстр. Туалетный монстр, дерьмодемон. Дерьмодемон ждет тебя. Дерьмодемон ждет тебя. Где б ты не был, где б ты не был, дерьмодемон ждет тебя. Ребята, он вырубил свет. Да? Дерьмодемон не любит делать это при свете. Я вас не хочу пугать, но он, наверное, здесь. Это, наверное, его комната, он вырубил свет. Дерьмодемон сейчас придет, наваляет и уйдет. И уйдет. Если пахнет тут говном, дерьмодемон за углом. Наглый, наглый и смешной, дерьмодемон наш ртой. Тут нельзя слить, кстати. Слушай, вон. Давай сольемся до третьего куплета. Вообще что-то... Что это щелкнуло? Я не знаю, наверное, тумблер мой позитивный. Мне кажется... У нас вообще атака, нет? Кто-то что-то Алекс, понимает? Смотри, тут на стене работает, написано. Нарисуй вагон другой. А почему коричневый? А-а-а. Ой, блин, фу, не трогай! Блядь! Я начал вагон рисовать. Да тут вагоны они рисуют, смотри. Если ты не... Там непонятно что-то на Г. Нарисуй вагон другой. Бля, у тебя есть чем рисовать в VR? Уже марка. Атака. Тихо-тихо, выключи электрик. Я слышу, как генератор работает. Тихо, я вагон рисую. Рисую, рисую. Уходим. Все, все? А что мы поняли из этой катки? Что я умею петь, да? Да. Отлично. Ребят, я не знаю, где он. Да блин, он далеко. Но он было слышно его, кстати, Дашка. Шум генератора перебивал, к сожалению. Плохо было ясно. Так, оставьте туалет. Да, да, мы оставили. О, ящики, это хорошо, кстати. Да, да, да. Замечательно. Так, ну дай нам знак, какую-то улику, хоть господи, хоть что-то. Ой, бля. Чуть-чуть. О, Слендер! Даша, Слендер! Слендермен! Где? Иди покажи ребятам на стриме. Вон, Слендер! Привет, Слен! Блять. Привет. Ай, вон он сзади, голожопый! Бегите, ребята! Ребята! За меня не переживайте, я уже все! И мне хазда! А, блять! Иди, голожопый, чмо, уйди! А он ушел. Обозви голожопого чмошника, он свалит сразу. Все. Нет! Нет, я пошутил! Я пошутил. Блять, уйди нахуй, уйди! Он чуть-чуть до меня не дошел! Чуть-чуть до меня не дошел! Ты тут засел, я видел, ни хрена себе! Как это получилось?
И Даша, о, смотри, ну нифига мы. О, бля, Даша, он шел за угла. Вот тут, как гопник. Да. Он слева за угла вышел. Вот тут. А вон Слэнди. Слэнди Мэнди. Бля, а где его искать-то? Вот тут он появился, вот здесь, да, ублюдыш, блядь. А мне кажется, от палаток. Не-не, вот тут, я его видел, у меня на видео. Ой-ё. Ой-ё. Ой-ё-ё. Костра, не знаю, 3 МП. Я не знаю. А, это не атака? Где смотреть отпечатки? Нет. Отпечатки, наверное, но на деревьях вряд ли. На палатках. 3 градуса. Было 3 градуса только что я словил. Да, подождите. Если что за ящики? Где-то тут троечка была. Твою мать. Мне кажется, ближе к палаткам. Да, скорее всего, с той стороны справа. Там он был где-то. 4 градуса здесь перед палаткой. Вот тут где-то. Так, сейчас бегу. 4. 1,8. Давайте хоть раз попробуем. 1,8 был. Ну. Ой, бля! Алекс, не Алекс! Текай оттуда! Да нет, не надо! Блядь, он здесь, Даша! Ай, за тобой беги! Все. Я безнадежно мертв. О, черт! О, мой бог! Мы опять с тобой мертвы. Так, и где ты? По-моему, Алекс тоже умер. Алекс, я тебя не вижу. Ну, так, а вижу, я слышу, пошел. Слышу. Так, здорово. А что, Даша выживает еще? Даша выживает. Ну не в гараже. Вот он, смотри, вот он из палатки вышел. Как я и говорил, 1 градус. Все, смотрим. Давай. Сучара, блин. Смотрим, проходит. Блять. Втащить бы ему, блять, в разочек. Ну-ка иди сюда, нахуй. Тащи его, давай. Сука, сейчас вот это... Ты что ты кидаешься? О, ну-ка иди сюда, на. Не любишь? Не любишь, полюбишь. Нормально. Любишь, смотри, он ее потерял. Любишь, он очень медленный, заметь. Он очень медленно ходит. Я нашел, блядь. Да, меня тоже. Медленный, он зараза. Кидает. Тварь ебучая. Ну, слушай, ну она как-то вроде бы не очень быстро, а не... О, в костерок. Ну, да, вот, иди сожгись сейчас, нахрен, блядь. Достал убивать нас уже. А пишут, типа, может быть, это близнецы. Близняшки. Опять, ну... Не знаю, сейчас очень медленный. Стал ходить. Он прям такой конкретно. Ну... Сейчас... Ну... Непонятно. Нафига он в костре? Смотри, он ходит, тупо разбрасывается. Что за бред, бля? Ай, бля. Горячо. Аккуратно. Я тебе себе маршмеллоу разогрею пока. О, Даша жива. Бесконечная атака. Да. Сейчас будет спрашивать, есть у нас идеи. Ой, боюсь, у нас... Правильно, ты взял похавать? Отлично, покушаем, возьмем. Супер. Все, маршмеллоу. Ой, бля, мы из палатки. Откуда по-моему? Вообще он шел? Да, он из палатки. Он если сразу... спросит про палатку, а он скажи. Не моргал? Нет, по-моему, нет. Не фантик? Нет. Нет. А может быть, нет. Его постоянно обычный. Было видно? Блин, я не обратил внимания. Нет, ну, не, он моргал чуть-чуть, да. Попадал. А вы поняли, откуда он шел? Да, он из палатки шел. Блин, я уже не знаю. Да. Маши, что да. От палатки. Да, блин, а вы крест потеряли один. Да мы жизни потеряли вообще. Не потерял, я его там положил. Я хочу взять соль посолить. Аккуратно, да? Камеру выкину. Возьму, может быть, радио. Слушай, жесткий какой-то режим. Ну, такой себе вариант. Скорее всего, убьет. Да, он быстро, конечно, убивает. Ну, может, чат что-нибудь. Да, Даша, по крайней мере. Не, она должна жить. Ладно, мы... Налево покажи. Вот тут он, короче, где-то. Вот эта палатка. Да? Вот он отсюда где-то начинает. С этих палаток. Вот тут вот. Я не знаю. Вот тут он начинает, короче, и убивает. Так, а куда она пошла? Дашуленцы, я. Где ты есть? Дашульчик. Ты можешь, кстати, эти маршмеллоу Слендермену дать. Он еще там стоит? Где-то тут. Да? О, нифига, она в радио говорит. О, смотри, она в правильном месте. Правильно, да. Are you friendly? What is your name? Friendly. What is your name? О, закрылись ворота, атака. Даша, сваливай нахрен. Так, смотрим. Смотри, он идет отсюда, по-моему, точно тебе говорю. Ну и где? Вообще оттуда, ни хрена себе. Ой, идет целенаправленно. Бля, нет, Сашечка! Привет, нашуленцы. Ну. А как он ее нашел? Как? Скажи мне, пожалуйста, она же раньше запряталась. Не знаю, очень целенаправленно. Блин, кого-нибудь хотя бы на... чисто ткнуть. Ревик, нет, Юкай, Мюллинг давай выберем. Типа тихий, может, был. Но вообще говорят в чате, что это были близнецы, поэтому давай проверим. Нет, был вообще тень, вообще мимо кассы, вот просто мимо кассы, это тень. О, так и тень. Это так, так и ты на нее ставила, да?
Да нет, я в итоге банши ступанула поставила. В чате писали близнецы, то есть мы думали, может, реально близнецы, потому что он начинал в разных местах. Я скорость не менял. Не менял скорость? А я слышала, что... Нет, у нее скорость была постоянная. Обычная унылая скорость. Ну, такой медленный, тупая, да. Тупая тень. Тупая, но она активна, Даш, для тени он очень активен был. Вы хотите еще на этой сложности или пойдем куда-нибудь в интересное? Давай последнюю каточку, так, закрепляющую. Что? Давайте, пойдем. Да, что там, зрители? Ну, ты им это вообще давай? Нет, тебе вообще, что это? Ой, что за ворон? Ты ворону съел? Что это за каркарыч был сейчас? Карр! Такой прикольный. Прикольные глюки, да. Раньше пуканье было, а сейчас уже кряканье. В принципе, прогресс идет. Эволюция, эволюция. Эволюция, да, видишь, прогрессируешь. По-человечески говорить научусь, да? Ладно, поехали. Так, кто-то не поставил... Так. Готово. Все готовы. О, Карло Гарсия. Хорошо. Карло Гарсия, мульто бене. Вива ля испаньон. Так, кстати, надо будет сфоткать. Это уже итальянский, по-моему, пошел. Разговаривать. Да. Блин, да, я возьму раз, я возьму два, я возьму три. Ой-ой-ой, слышь, вы расхватали все, блин, а что мне взять? Блин, да. Нас даже не сразу убьют, наверное, сейчас, или? Ой, фонарь. Кто-то, Олег зеленку взял? Фонарь работает, боже, как приятно. Я взял, я зеленку всегда беру. Хорошо, у меня тогда этот самый, книжечка и камера. О, наконец-то не лагерь. Блин. Как она там называется? Я забыл. Бриллиантовая руда или как? Перевод ее. Я забыл, как зеленка переводится. Изумрудная тварь или как? Я забыл, как там она называется, помнишь? Бриллиантовый зеленый. Хорошо. Изумрудная тварь. Я сейчас только понял, насколько это забавно. Дай нам знак. Помажь мне лоб зеленой твари. О, я щиток нашла! Щиток. Хорошо. Дай нам знак. Включи свет. А, свет уже есть. Дай нам знак. Ты тут? Can you hear me? Тут, кстати, косточка на втором. Can you talk? Опа. У меня 7 градусов в комнате, кстати. Так не прогрелось еще. Дай нам знак. Хотя в коридоре было 11. Посмотри в этом. Есть что-то? Не? Не? Ну, этих огоньков нет. Мимо, да? Ложная. Хорошо. Я, может быть, и там посмотрю, как прогреется. Дай нам... Кусок Алекса. О, пятера. Пятерочка. Десяточка. 5,5. Слушай, Give подозрительно холодно в этом углу. Подойди, погрейся. Здесь, дай нам знак. Так есть тут холодно, как я тут погреюсь? Ну, ты подойдешь, согреешь, все нормально, все хорошо. Что у вас? Гивососайн. Я тут щупаю, хожу. Туда не ходил еще, в кухню, в столовую, туда, да, в тот край. Гивососайн. Ну, пошли, странник. Походим, края посмотрим новые. Дай нам знак. Да, все ж такое новое. Дай нам знак. Так, ну... Дай нам знак. Ни черта не слышно. Вообще. Ничего, вообще. Оказалось, что тут что-то было. Ой. О, пыха-хыха! О, хыха-пыха! Это не они. Ух ты, точно! Так, если хыхает-пыхает, значит хорошо. Олеж, померь здесь температуру. Мерю. Я меряю. Так мы вместе с Алексом измерители температур. Да. А, вы взяли эти самые. Что за рокотание, вы слышали? Рокот. Рокотание. Мне показалось, я МПшку слышала. Это Алекс пугает нас. Не-не-не. Да, нет, она молчит, МПшка. Она на поясе. ЕВССН. 11 градусов. Да, не, слушай, самый холодный вот коридор вот этой. Вот тут пятера, а там десятка, странно. ЕВССН. Так, а второй этаж вообще? Пойду-ка на втором почекаю. Мы были, то там вообще тишина. Дай нам знак. Дай нам знак. Пятнашка. Здесь? ЕВССН. Тут жарко, тут 15-16. Дай нам знак. Дай знак. Это что такое? О, великий призрак. Дай нам знак. Нету знака. Если ты не мудак, то дай нам знак. Атака! Ой-ой-ой. Тебе и мудак. Посмотрим, откуда он идет. Снизу идет из гостиной. Понял. Удачи. По-моему, кто-то в шкаф залез. Судя по звукам, Дашка сиганула в шкафчик. Я его не слышал. Я его, зараза, блин, не слышал. Так, что?
еще по свету. Все, атака закончилась. Да. Он шел, слушайте, он не кажется, что какой-то медленный какой-то. Наверх не поднимался, да? Когда стояла, смотрела с лестницы, там начали моргать, начал моргать вот там свет. Ох, как поразбрасывал-то. Я его вообще не слышал с гостиной. Ой, блядь! Ай-яй-яй! Ах ты ж, сука! Сучара позорная. Быстро, быстро, блядь! Живи, Алекс, живи, Даша! Ух ты, ёб, поднялся. Таки он к нам поднялся. Как ни крути, решил забраться сюда. Хорошо, хорошо. Посидим, подождем. Свет горит, свет не выключается пока. Опа. Живы? Кто-то живой есть? Я, да. Я тоже? Да. Ну, судя по тому, как кричал Алекс, видимо, нет. Так, быстро кидаем туда предметы. Пока. Давай, давай. Учти, у нас же безумие. У нас 75 было рассудка. Где ты думаешь, он точно? Он в гостиной. Девятка. Но тут тепло. 15. Разбросанные вещи. Бутылка катится. Пошли посмотрим. Блин, МПшки нет. Это Алекс играется. Не. Атака. Блядь. А, неплохо спрятался. Теперь моя очередь. А, охуенное место для пряток. Буква А. Да-да, я вижу, вижу. А, МПшечка, да-да, сейчас заберу. Вижу, вижу, вижу. МПшку я забрал. Так, интересно, откуда мудозвон вылазит? Был бы он там в гостиной, он бы сразу нас убил. Но он где-то появился дальше, видимо. Надо кухню проверить, температуру. Да, да, обязательно. Сейчас только заберем. Давай кухню проверим. Да, сейчас, секунду. Так. Он, если бы появился в гостиной, нас бы убил бы сразу. Ну вот. 17 градусов. 19,6. Алекс, предметы катает. Выходи. Бегу, думала, бегу, Даша, бегу. О, Алекс есть. Ты понял, где была атака, откуда? Он не понял, не понял. Ты не видел? А может из подсобки? Блин, ну я была в подсобке. Но... Слушай, пошли ты жахнем таблетки, хотя бы трошечки поймите. Пошли жахнем. А, ты про таблетки. Сколько мне можно пить? Блин, там у меня связь горит, конечно, мозгов немного, что я его оставила. Блин. Ладно. Давай я пока рассудок не растерял, пойду температуру там замерю. Он там где-то точно появляется. Где-то там в глубине. Где-то в жабце. Так, мне нужна зеленочка. Сейчас заберем быстро. Так, собирай зелену. Так, поехали. Да, я понял. Так, тут все в порядке. 11. 13,4. 12,9. Тварюка, блин. Тепло в кладовке. Бля, откуда он еще может идти? Пошли, может, в мастер-бедрум? Давай проверим, да. Туда. Тут 7 градусов. 6,9. 3,6, Даша. Давай. Чуть-чуть у камина ближе. 3,6. Так, давай сюда. Меня напугал. Извини. I'm sorry, солнышко. Вырубила. Бутылки катает, блин. Ой, блядь. Ёб твою. Я успел вроде запрятаться. Че, это ивент? Нет, это он ушел. Это ни черта не ивент. Бля. Так. Тихо. Тихо.
довольно медленная. Я так понял, что снова я остался один. Замечательно, блядь. Просто... Так, тут 5 градусов. Сейчас хоть 2,9, отлично. Есть какие-то идеи, кто это? Что я пошел. Ну его нахер. Все разбрасываю. Слушай, как полтер прям. Давай поставим реально полтер. Я не уверен, но... Не, ну нормально. Уровень выживаемости у меня хороший, в принципе. Все в порядке. Все хорошо. Слушай, а может полтергейст это? Он что-то все распинал, блядь, все, что мог. Даже у меня из кармана вещи пропали. Как он их распинал. Ой, блин. Алекс, есть какие-то мысли? Не, вообще? Есть мысли? Хорошо, Даш. Значит, работаем по нашей проверенной годами схеме. У нас есть 3 столбика с призраками. Первый? Не? Хорошо. Это полтергейст, ты думаешь, да? Дух? Мара? Демон? Юкай? Мюлинг? Райдзю? Морой? А кто тогда, если весь столбик закончился? Кто это? Ты хочешь, чтобы я переставил зеленку, пошел? Чтобы я там сдох невзначай, да? Я могу, мне не сложно. Я, как говорится, и не на такое ходил. Ладно. Пойду что-нибудь сделаю. Сделаю что-нибудь. А лишь зеленка. А, типа посмотреть зеленку. Погоди, стой. Стоять. А, ну да. Хотел я камеры пощелкать, блядь, которых никто не ставил. Ну, голова, что сказать, и два уха. Ладно, я пойду зелень переставлю. Сейчас переставим зеленочку. Коль оно меня не прибьет. К столу зеленку, блядь. К какому столу? Алекс, куда зеленку надо поставить? Сюда? А, вот так и сказала бы. Опа, ни хрена себе бутылочное метание здесь было. Нормально. Так, давай сюда журналец перекинем тоже. На всякий пожарный. Ух ты, ёп! Как не вовремя-то, гнида! Ой, бля, ой. Нет! Нихуя себе. Вот это добрый день. Вот это прям хорошо. Она прям тут появилась, раскоряченная. Нифига. Все, мадемуазель ушла. Дверь кухни, говорят, да? Чего взяли вообще, что там будет что-то? Она меня увидела и ушла от меня. Я же видел ее сейчас. Короче, я поехал. Бля, я... Привет, малышка, я уезжаю, все. Она появилась прям тут. Слушай, как баншуха прям работает. Фух, ну нахер. Оно слишком душно для меня. Я 2 часа спал, блин. Какая банши? Какая фазма? Я поехал спать. Так, я поставлю банши, потому что она типа появилась там. Хотя это вряд ли баншуха, блядь. Алекс, кого ты ставишь? Хоть примерно. Попробуй книжкой объяснить, кого ты ставишь. Большое что-то. Ты мне рисуешь, да? Я в крокодила не очень люблю играть. Это не то, что я хотел бы. Ладно, поехали. Если бы я был как-то поживее, может быть, я и, конечно, пошел бы искать ее. Но сегодня, когда ты мало спишь, твоя продуктивность на нуле. Ну, зато можно посмеяться. Блядь, я же ставил этого ебаного полтера.
Я же, блядь, вас спрашивал, это Полтер, я же говорил, как же это Полтергейст. Ах, а я же вам говорил. Я тебе букву П вот такую рисовал в конце. Мне когда-то разбрасывают, мне когда-то кто-то расписывал в комментах, что это все очень сильно, очень сильно. Я ходил и говорил вам, что это Полтер. Полтер, только мультики док, это не больше других особенностей у Полтера нет. Ну слушай, какой-то предмет пролетал, когда вот Олег, например, зеленку вторую ставил, я видел какой-то предмет прям резко такой. Да, бутылка, мне пишут. Я видел. Да, и он, кстати, мне показалось, что он сам себе аж дорожку выкладывает, ходит из бутылок, ставит тарелки. Чат говорит, иди на кухне поставь, потом иди на столе поставь. Я просто чат просила, чтобы они говорили, писали. Я же знаю, что у тебя чат открыт. Да, я чату просила, чтобы они тебе говорили, что сделать. Ну там нет, так они пишут разное все. Один говорит, иди на кухню, второй говорит, иди в прихожую, третий говорит, уезжай. Она открыла дверь. Иди на три буквы. Она открыла дверь. То есть мы тебе хотели сказать, что она открыла дверь. Потом зеленку, у нас просто, я же поставила на стол камеру, а зеленка вообще была в другом углу. Я им просила, чтобы они тебе сказали, что она зеленку переставит напротив камеры. Ну, короче, я Алекс сам, выиграл. Понимаешь, я ходил и говорил в голос, что это Полтер, потому что шмотки были все разбросаны. Потом начал сомневаться, что это Баншуха, бля, вдруг. Предварительно его поставил, да. И, в принципе, в конце, я же тебе говорю, я тебе даже пытался букву П нарисовать. Вот подожди, ты мне рисовал букву М. Я думал, ты Мороя хотел поставить. Да ладно, почему не какой-то М, смотри, так раз. А у меня там было В почему-то, английская при том, М перевернутая, буква В, ладно. Так, а кто накурил уже туда, Алекс, ну зачем ты уже поджег вонючку? Я ничего не поджигал. А Даша совсем, видимо, не про эту вонючку имела в виду поджог. А, кстати, вот Даша прям вангует, потому что я решил сразу идти с благовонием в этот раз, ну и вот нафиг. Что-то какая-то выживаемость, я возьму... Да, выживаемость, МП, конечно, хороша сегодня. Прям очень хороша. Прям чувствуете, да? Я всё, ни разу, Олег я обиделся. В чёрном, Олег расстроился. Вообще, ни с одной катки живой. Да ладно, ты еще как-то... Да, Олегу везет, а я уже столько вещей потеряла. Блин, точно, Даша, зачем на больной давишь? Я забыл, что за это деньги забирают. Да все нормально, ребята, нас обнулят. Ребята, тут уже валяется... А, Кость, give us a sign. Надо подойти и сказать Косте, give us a sign! Ну, нет? Или как это работает? Не так, да? Ладно. Так, свет внизу. О, какой там свет с улицы. Дай нам знак. Дай нам знак, ты тут? Пошали. Пошали немножко. Пошали? Ты тут? Пошали. Шалость удалась. Ты тут? О, Алекс, сейф вносим? Смотри, сейфачок. Да? Блин, погнали, нифига. А чё ж ты молчал-то? Да я сейчас увидел, все, поехали. Да подожди, я попробую поднять. Ладно. Ладно, пойдем сначала призрак. Все, Даш, мы несем. Даша, мы тут, Дашучик. Тут МП, 3, 4. Что, атака? Чего? Блядь, нет, куда? Назад, я только назад. Спустился. Какая атака? Чё? Это ивент, это все ивенты. Да ладно, чё ты? Это так, все он маленький кидал, ивент. Тихо. Он кидался. И он... Он кидался, он прям конкретно кидался. Ну, так, дикий человек один живет. Я пошла за вещами. Так, ну это же... За какими? Ну ладно, пойдем. Я не знаю, за какими она. Я просто... Я живу, понимаешь, в этой игре. Просто жизнь удалась, как говорится. Да. Так. Так, ну дай на... Опа. Дает знак. Он МП опять, смотри, активный, как Полтер из той катки. 4 градуса. Так, 3 МП. 10 градусов. Так, не вижу. 11. Ну, тестирую. Нет, тут тепло. Может быть, коридорный. Если что, кстати, у меня благовошка. 2,9 у этого. У щитка 2 градуса было. 3,4. Ёпта, ёмать! Ну, блядь, беги! Ай, Вент, сука, он сзади тебя шел! Сука! Он прямо так сзади он был! 0,5, минус 1! Даша, минусовочка! Прием! У нас минусовая выходим, температура! Это улика! Тыкаем! Да, валим, правда, я правда. Я домой хочу, пойдем! Давай! Пойдем. Чего вы боитесь? Мы не боимся, просто там минус и мясник на Алекса напал. Она чуть не сожрала! Да. Так, минусовочка! Я ж благовушку заюзал, страху! Короче, огромный, так, здоровенский такой мясничок. Подождите, больше уже нас не может быть, да, Улик? Может, так, мимик быть, чего нет. Зачем ты полезла? А я не видела этот самый. Сейчас так, я с камер... Подождите, не уходите! С камер. Я возьму с камеру и буду скамить, да? Нормально. Ребят, а он вот тут внутри... О, пар изо рта, нормально. Он разбрасывает вещи, это раз.
Нет, он внутри разбрасывает. Он ходит по комнатам, это два. Самое холодное место было у щитка, это три. А он там, наверное, тусил. Так, хочу наверх. Не вижу. Как лампочка. Ладно, пошли. А слушай, а у нас соль не наступает. Кстати, странно. Это реально странно. Но он активный. А у нас нет миража. Я понимаю, но мы когда спустились, он разбрасывал шматье. Угу. Что это он опять так, бросил? Что у вас? Я сфоткал кость, взял благовошку, я готов. Думайте вообще. О, это минус, хорошо. Может быть, Даш. Ну, демон Морой Ревенант. Мимик у нас по факту атака. Атака. И атака. Так, они в гараж, а я сюда. Он не должен сюда зайти. То есть он не должен сюда вообще никак зайти. Так, все живы, все хорошо. Я не понимаю. Атаки короткие. Ничего не понимаю пока. Он не особо шумел, кстати. Слушайте, а вы мне скажите, он дверь закрыл? Смотрите, помните, вы кричали мне, что гост-ивент, когда я камеру несла? Думаешь, Юрей? Ну, как вариант. Надо, значит, обкурить и повесить датчики. Пошли посмотрим. Надо обкурить его комнату. Обкурить это мы можем. Это да. Это да, это можно. И надо повесить датчики. Но я не знаю, считается ли вот эта лестница типа его комнаты? Не, не думаю. Там комната именно подвал. Так. Что-то... А почему зеленка на потолке? Блин, это Человек-паук. Это точно проделки Питера Паркера, я тебе говорю. Тиманцы. Питера Пэна, ты сейчас скажешь. Так, слушайте, благовошек все меньше, да? А нету, который лазит по потолку, да? Это я с другой игрой перепутал. Нет. Тут нет таких призраков. Я тоже... А, смотрите, а Юрей не закрывает... Точно, Юрей же только во время... Просто сам он закрывает дверь. А во время ивентов они же все закрывают. Ты имела в виду, во время атак все закрывают? Нет, во время ивента он тоже может захлопнуть, это не Юрей. Он просто так должен захлопнуть дверь, если это Юрка. Ну, смотрите, это не Ревик, мне кажется, он был бы медленнее. Не-не, точно нет. Ханту, я тоже думаю, что не Ханту. Я бы вычеркнула скорость, у него была обычная. Тень. Не знаю, блин, я вообще. Да, он очень был активный, думал, когда я пришла. Хотя, стоп. Он был Хотя вы вместе были, он тоже был активный. Джин. Ну, Ханту Джин. Я думаю, что это Хантушка, короче. Почему? Да? Потому что холод внизу, холод. Ну, он наверх же не поднимался. А, он шел обычно. Но он как он поднимался? Он к Алексу пришел. А, поднимался, я его не слышал. Прям ко мне, да, в гараж зашел. Он мне, и, по-моему, обычно. Ну, Ханту надо проверить как. Мы должны просто свет не включать. Слушайте, посмотрите, он будет бегать. Так, огонька у нас нет, да, мимика мы вычеркиваем. Вроде бы не. Вряд ли. Ладно, не знаю. Кто это, что это, благо взял, ладно, Даша, давайте команду. Проверять. Ну, давайте попробуем этого Юрку проверить. Юрки, ух ты, я хотел взять благовоние. Ни одного благовония. На, держи. Я дарю тебе. Спасибо. Держи. Я готова без благи походить. Я тогда датчики беру. Все, мы будем рядом, мы защитим. Даш, не волнуйтесь. Главное вспомнить, на какую кнопку это делать. А там уже дело за малым. Так, надо, значит, обкурить. Смотрите, спускаемся в подвал, обкуриваем его. Пошли, Алекс, обкурим. Пошли. Обкурим этого призрака. Давай. Не, ну слушай, да, получается, кто-то из нас сейчас благовошку... Не спешите. Я же хочу у чата спросить. Где вешать датчики? Вешать датчики вот здесь или все-таки внизу? То есть как бы он теоретически аж сюда не будет ходить? Сейчас узнаем. Вы выйдите из его комнаты. От устали, блин? Уже готовы к атаке. Просто я не знаю, где точно надо вешать. А может, если два? Говори, внизу, где внизу? Что поджигать. Так, сейчас. Нет, курить мы будем там, внизу. В проходе. Да? Чтобы мамка не запалила. Так, раз. Судя по призраку, это папка. Да, кстати, там такой папаша, да. А хотя, стоп, мне пишут, что третий датчик нужен, ребят. Наверх. Нужен третий датчик. Хорошо. Хорошо. Подождите возле гаража.
А чё это не на улице? Давай пока чайку, может, не? Что тут есть? Давай посмотрим. Блин, сейф надо вынести, реально. Давай, пере... Там сейф стоит. Так, кстати, как его поднять? Опа! Всё, сейчас нам будет и сейф. Опа! Чиназис. Сюда. Будешь у машины прятаться? А, привет, привет! Я вижу тебя. Блять. Так. Если он сюда зайдет, курим и бежим. Курим и бежим. Тихо-тихо, он здесь в гараже. Фу, блядь, на волоске от смерти были. А, нормально, нормально, нормально. Нормально. Все, выжили. Живой, живой, хорошо. Он зашел к нам в гараж сюда, нифига себе. Так. Ну слушай, скорость, по-моему, не меняется, нет? Не, скорость была одна. Он дышал, ходил, шаги слышно. То есть все было слышно. Ну туда вряд ли это Джин Ханту. Слушай, Даша, так, он ну, нас пытался найти. Ну, нам показалось, по крайней мере, что скорость не менялась. Но насколько я смотрел, не ну, Джин Ханту вряд ли, мне кажется. Слушай, ребята уже говорят, может быть, Райдзюха? Нет, нет, скорость не менялась. Да, ну... Электроприборы выключены, почему? Вряд ли. Внизу стоят дачи. Да, я понимаю, но скорость не менялась. Он бы бегал. Скорость у нет, должна быть только внизу у него больше. Над так на, нам надо не в гараже опа, сидеть, так, а внизу. Так, все, пять. Пять. Идет сюда. Да, Алекс помахал так забавно. Ребят, мне нужна ваша помощь. Вы должны мне поджечь свечку. Может быть, это этот самый? Давай. Андрю? Давай подожжем. Зажигалки бегом. Есть. Мы готовы. Блять! Дверь закрыл! Обратно сразу. Дверь закрыл. Дверь открой! Во время атаки. Так это не атака, наверное. Это не атака! Ой, блять, атака! Сука. Сучара, бля, сейчас зайдет сюда, наверное. Мы его выкурим, побежим к ребятам туда куда-нибудь. Морой пишет. Давай пока предварительно Мороя выставим. Я тоже думал на Мороя. Ой, пошел нахер! Пошел вон, сука! Так, я тут куда-нибудь сюда. У, хорошо, из точки А в точку Б. А показалось, что на свету он медленнее. А он пришел ко мне, я использовал благовоние и убежал от него. И не показалось, что он медленнее да? был. Да, нифига ты. Да, я убежал. Из благовония остались. Ну слушай, ну выжил уже, красавчик. Так, не, медленнее на свету, а какой-то призрак у нас. Бывает быстрее Ханту, на свету. Ну типа здесь тепло, а там холодно. Вот, я же говорил смысле, Ханту. Это какую-то разницу. Но я не уверен. Ну, а я, не, я пока не уверен, да, тоже что тут. Тут гадаем. У нас последнее благовоние. Но он пришел ко мне, в туалет прям зашел. Я опять думаю, что может это Юрка. Он медленный, дверь не открыл. Либо Ханту, это либо Юрей. Демон. Опять? А, не, нет. Так, он не жрал кресты. Он же не жрал кресты. Он ходит там, я слышал, атака у нас. Атака. Или... Не понимаю. Нет, атаки нет. Блин. Зачем ты телевизор включил? Не слышно же. Я хотел так добавить драматического момента сюда. Момент страха. Блин. Но! Что, до первой смерти? Какие мысли, как кого проверить? Давайте сейчас Юрку проверим тогда. Давай. Пошли тогда. Пошли вниз. Обкурить надо. Последнее благовоние? Ну и все, да, сейчас обкурим, просто уже поедем. В остросюжетном фильме «Последнее ладно, благовоние». Алиш, Алекс, дальше кури. Алиш, подожги мне, пожалуйста. Подожги мне, затяг, нет, все, я погнал. Я не поджег. Да, подождите, дайте, дай мне тогда эту штуку. Я не успел поджечь. Фу, все. В смысле, я все... Блин, крест. Крест надо.
Крест сжёг так, один. Так, скушает. Угу. Он вышел, кстати, из комнаты той. Ну, что тут херачит? Он не пустишь... А, у нас нет горю. Все. А все в гараж побежали, нихуя. Ладно, я тоже. Блядь, он тут. Он прям сюда зашел. Сучара позорная. Пока сидим, пока ждем. Да. Чё-то он какой-то тупенький, нет? Ничего не понимаю. Ну да, да, какой-то сюда не ходит вообще. Не, он заходил раньше. Мы с тобой прятались, он заходил. Ну да, да, в принципе-то да, да. Но в последнее время... Так, ну не знаю. Ну мы обкурили, но у нас был рассинхрон. Да. Пошли посмотрим кресты. Юрка комнатный, он выходит из комнаты. Нет, один раз как откусил, больше нет. Он не тушил свечи. О, потухло. Потушил. Опять что-то уронил. Ё... Гост. Не, гост. А, гост? Не, это да, под музычку вряд ли. Он стоит, у красавчика. О, какой мужичок, ё. Ай-яй-яй. Влепи ему по плюху, по щечину. Сейчас атака будет Алекс, Алекс умрет. Сейчас, мне кажется, да, зря это. Опять дверь закрыл. Закрывает дверь, да? Гост закрывает дверь. Хитрый. Учти, за волосы в носу мстя будет жестка. Да? Ну, блин. Но с другой стороны, красивее стал. Ты видал, какой он? Если бы у меня была рок-группа, я бы ее так назвал. Я начинаю тоже к Оне как-то склоняться. Склоняемся к Оне. Бежим. А, погнала, погнала. Они. Они жуа. Они чего? Каждый в свою. Мы склоняемся к тебе. Блять, нет, нахуй, иди нахер. Он зашел в гараж. Зашел, прям слышно. Как он зашел в гараж. Ко мне пришел и не дошел. Не дошел он до меня. Ай-яй-яй. Ну это было близко, слушай. Чего? А что, еще нет? Так, а же все уже. Все уже. А свет же только потух. Не, он пришел ко мне, пропал и все. Так, выходим. И нормально. У нас рядом топтался, да, прям. Я уже думал, все сейчас найдет. Если честно, еще без благовоша как-то было сыкотно. Так, что, может попробуем выжить, угадать, уехать? Или как? Я чё-то на этого самого... На задание Оне, все думаю. Выполнили, в принципе. Ну это не Андрео, смотрите, свечка нашли. Горит. Ну да. Либо нам рисковать сейчас как-то проверять, но... Джин Юрей Они. А это он свечку подул по этому по заданию. Я не думаю, что это Джин. Не знаю. А демона точно исключаем, да? Потому что у меня что-то какие-то на него все равно. Все он не жрал кресты, тогда понимаешь? Да. Я тогда опа, затушил, его, смотри. Если честно. Свечу затушил. Ну это она уж сама. Сколько уже может гореть-то? Так, ну не знаю. Я бы поставил, ну, на Юрея. Ну хотя, конечно. Я попробую Они. Попробуйте Юрку, попробуйте Джина. Ну я попробую. Это чисто методом исключения. Кого не хочешь попробовать? Ну, Юрей вряд ли. Хочешь, давай я чисто по приколу да? Джина поставлю. А вы ставьте кого. Я знаю, давай. Что это, скорее ты всего, не Джин. Его, да. Но как бы... Всё, ну он... Надо он, выбрать что-то. Будет Юрку там. Может, в следующей катке, но... Ну да. Да. Но он странный, реально странный. Может быть, это слепой Анрио. Да, чё бы и нет. Даже интересно, кто это. Они. Такие Они оказался. Ай-яй-яй. Ай, блин. Подождите. Мы же посмотрели, что это не Они.
Я же сказала, нет, я поставлю Даша Они. Говорила. А, говорил. Я как раз Юрей, а она Они, да. Как-то мы этот надумали. Ты, ну, мы не угадали, Даша. Спасибо, хоть раз я сегодня выжила и угадали. Я полтергейст подкнул случайно, а ты тут... Давайте тогда все тут в призон, капризон на кошмаре. Ларри Уолкер, хорош, нормально. А, ну, видно, что деньги закончились, камер нет. Да, а что это? Ой, что за бич-пакет у нас тут, экономка, а? Что здесь такое? Я пойду со свечкой. Вы можете ржать, можете стебаться. Я пойду со свечой. Я хочу... Можете смеяться или ржать. Я хочу соточный рассудок. Возьму я свечку и пойду играть. Да. Со свечой своею я тут всех найду. Призрак свечку любых я сейчас... А, ладно, не туда. Накажу. Карты у нас, фу. А ты захлопнул? Ну, да, я захлопнул. Извини, у меня привычка такая закрывать двери. Опа, смотрите, сразу 2 МП, сразу 2 патрона. Да ладно, серьезно? А ну-ка. Быстро откинемся сейчас. Фига. Алекс! Огонек! А что? Огонечек! И сейчас зеленка будет, хопа. Да ты чё? Так, огонек, сюда, чинмазис мой родной. А вот удобная тюрьма вообще. Удобная, удобная тюрьма. Хорошо. Подождите, я проверю, может, если по шарке? 5 градусов, да, тут. 6. Нет, я огонек точно увидела? Да, точно. Так, ладно. Пойдем предметы тащить. По температуре, кстати, даже до Саши тёплый. А мы в темноте, учтите. Пойдем. О, мне кажется, что туман они обновили чуть-чуть. Он какой-то более кайфовый да стал. Лысый. И, ну, и лысый, это понятно, лысый. Что я лысый. Но хоть не из Бразерс, да спасибо. Лысый. Спасибо, хоть не из Бразерс. Так. Откуда я знаю, что я не спрашивала? Откуда? А я уточнил, просто уточнил немножко. Так, возьмем так, раз. Так, только что промелькнула камеру. Да чтоб ты! Пока наверное. Даша разбирается с камерой, я пошел. Так, да, надо чтоб тащить. Я взял журнал и я взял радио. Давай, я сейчас принесу что-нибудь. Так. Если он тут, это замечательно. Это шанс очень многократно повышает. Ты здесь? Ты добрый? Ты злой? А, у нас же нет улик, все, что я ищу-то, блядь. Безумие, да? Здрасте, две улики. В смысле? А, две? У нас кошмар, две улики. Я уже забыл, блин, с вашими безумными этими хатками. Пойду за парабольку. Ты старый, ты молодой. Выходи, я поговорю быстро. Так, сейчас выйду. А че да-да-да, оставлю вас. Ты старый, ты молодой, ты мужчина, ты женщина, ты ребенок, ты хочешь нас убить? Ты тут? Ответь мне. Поговори со мной. Радио не отвечает. Книжку положите. Положили. Так, идем дальше. Посмотрим, что... А что вы делаете, где вы? Иди со мной, да, может, мы неправильно еще место определили, надо еще пощупать. Так как же, я же там огонек нашла, ну здрасте. Ну, здрасте. Так, возьмем, наверное, ультрик. Что у нас осталось? Ну, это может быть мимик. А, ультрик и все, это обычный фонарик. Хорошо. МПшечка была, была. Крест. Надо что-то из машины взять. Что? Из машины что-то надо? Да пока вроде... Ну, судя по камере, пока ничего. Ладно, пошли внутрь. Датчики сходят с ума. Ну ты знаешь, где... Дверь открыл какую-то, ребят. Подряться. Я тогда поищу. А, я тут. Так, интересно. Проверяйте, он дверь теребит. Теребит прям? Теребитель маленький. Так, тут закрыто. А где, в каком крыле ты услышала? В другом конце тюрьмы, что ли? Где он? Где он? В этом самом. Визиторс? Уидиторс. Так, сейчас я им пешку возьму. А, сейчас пойдем посмотрим. Но там уже МПшка пропала, наверное. Он мог ходить по коридору, короче, и трогать все это. Дай нам знак. Ты тут? Дай нам знак. Я МПшку взял и фонарик. Я тоже МПшку взял, да, вот думаю. Что он тут трогает? Дай нам знак. Дай нам знак.
дай нам знак. Ты тут, может, ты здесь где-то? Но пока его что-то не видать. Свет есть. Включите там свет. Там это где? Пожалуйста. Где включить свет? Ну, где хотите. Включите где-то свет, пожалуйста. Этого света достаточно, как ты думаешь? Поприятнее стало. Ну, нормально, слушай, да. Ух ты, ё... Это ивент, вот ивент, ивент. Не, нет, нормально. Это гоствент. Да, да, да. Да, он же бы забухтел. А где он был, ты его видел? О, нет. О, МПшечка. Вот здесь вот МПшка. О, 4 МП. 4... Ёпт. У тебя есть температурник? Нет. Нет, температурника. Так, 4 МП в визитерс. Ну вот он скорее... Открывал, дверь открыл какую-то. У нас какую-то дверь открыл он тут. Походу так. Это не та. Здесь? Блин, может, он же приоткрыл, только что слышно было, он приоткрыл какую-то дверь. Может, вот это? Ну... Вот, он эту открыл, смотри, внутри. Где у тебя? Внутри вот помещенница слева. Может, это мимик? Надо радио проверить. О, отпечатки есть! Слышали, он открыл ролет. Отпечатки! Ай, сучара! Я слышал, как он открыл металлический ролет, этот, ну, решетку. Ага. Так, отпечаток. Так, а, у нас здесь вторая улика будет, ну, на кошмаре. Может быть и мимик, да. Тогда еще две улики, ага. Температура должна быть или радио? А, стой, тьфу, у нас же... А где радио? Я поставить, извините. Давай по... Огонь. Еще. Радио вот на полу, это я уронил. Взяла. Я а возьми хоть ты эту говорилку. Я слышал, как он открыл эту камеру. Вот эту маленькую комнатку слева. What is your name? Вот он до сих пор, кстати. What is your name? Ну, пальцы в пять. Are you here? Are you young? Are you old? Так, ты на мимика, да? Так, слушай, блин, может, баншуха будет? О, в тюрьме баншуха. Блин, баншухи нам тут не хватало. Протестить. А чего? Нормально. Hello. Are you here? Надеюсь, я не жертва. Are you young? Are you old? What is your name? Hello. Ну, карты есть, если что, воскресить пальцы. What is your name? Hello. О, кстати, what is да. Your name? Where are you? Слушайте, are you ну, here? Опять же, хантуха, можно же проверить. Are you old? Hello. Нет, это, наверное, все-таки кто-то из этих. Мне не нравится, что там отпечаток, тут у него этот ивент. Слушайте, так а... У нас вообще, слушайте, если нет третьей улики, то у нас всего два варианта, Абака и Банши, я так понимаю, да? А чего ханту-то выйти быть? Не может. А он минус бы дал. Даже на кошмар. Да. Он же не может, ну, да. Без минуса. Так что у нас либо шесть пальцев, либо баншуху, которую мы можем всегда протестить. Взять по благовошке, как-то поугарать. Датчики поставить, как Даша показывала. Карты потянуть, посмотреть, кстати, как у нас пойдет атака. Наконец-то да? Проверим давай. Ее. Можно взять и этот уши, чебурашки, тоже проверить. А, Олег ходил, слушал. Но это редкий крик банши, его сложно услышать, как и шесть пальцев. Это да. Возьмите кто-то еще датчик. Будем искать. Так, блин, кстати, помню, а он... Что... Олег, ты слышал его в микрофон, что ли? На что такое? Засчиталось. Наверное, да. Засчиталось. Наверное, слышал. Mm-hmm. Даша, датчик всего один. А, в смысле, у меня один датчик есть. И у меня один датчик. В комнате. Значит, сейчас мы как сделаем? Мы сейчас поставим вдоль стенки и посмотрим, будет ли она к нам ходить. Типа, все просто. Вот здесь ставим. Блин, я не понимаю, где он, в какой он комнате. Но если здесь огонек, наверное, здесь надо. Сейчас так и начнется, все поймем. Я ставлю на пол, потому что, если помните ту катку, где мы поставили на стенку, а он прошел, короче, мимо датчика просто, тупо. Попробуй на пол поставь, да. Так шансов больше. И давайте идите сюда за вот этот датчик. Надо же спрятать, он же должен к нам прийти. Он придет к своей жертве. Ой-ой-ой. Ну а мы втроем стоим, кто-то из нас точно же. Моргнул свет жестко. Поэтому лучше сюда. Я не понимаю, какая. Так, нет, ну слушайте, если банша, он кому-то пойдет, а другие должны как-то попытаться. У меня нет, скажи, слушайте, у меня нету, если что, вонючки. У меня тоже. У меня есть. Тут 4 градуса, кстати. 4-7, вот так. Датчики прохладный, коридор прохладный. Баншуха, иди сюда. 3-9. Может, Абака? Если это ты. Абаки! Блин, слушай, с отпечатками как-то баншуха вроде... Не ходи под датчиком! Да? Ай, сори, я бегаю, отпечатки смотрю. Так уже же есть отпечаток. Надеюсь, все-таки может быть шестой палец. А, шестипалый. Ну, я никак, кстати, не видела. Сколько мы играем, я помню, ни разу не видела шестипалых.
Не, я видал. Легенды не врут. Ну. О! Идет! Идет. Раз, датчик. Тихо. Один сработал датчик. Да, на полу надо ставить, удобно. То есть она пошла оттуда, но она... Из той комнатухи, да? Прошла и все. И стала, она не вернулась. Или она обошла датчик. Опа. Опачки. Че, тикаем? Да, как можно быстрее и дальше. Быстрее. Алекс, чего ты? Не, я пробегусь, я проверю. А как-то понять. Да, тут ни хрена не видно, правда. Банш. Эй, иди сюда. Побежала? Смотрите, если она за мной побежит, значит, если это банш, то я жертва. Где она ходит? Да может быть любой другой призрак. Эй. А там всего один вариант. Нам надо банш просто вычеркнуть, и мы угадаем, кто это. Вы чё? Не, надо на большуху проверять. Давайте идемте все по благовонию возьмем и в картишки перекинемся в главном зале. А зачем в картишки? Ну, сагрим, повеселимся. Так она идет, вообще-то атака. Ну да, я понимаю, а я тут жду. Стою, не знаю, как прибежит. Я посмотрю, она за мной побежит или за вас? За вами. Иди сюда. Все, по-моему. Нет, я же говорю, по свету проверяйте. Кто мне? Олег, пойдем проверять на банш. Все. Просто у нас рассудок это какая-то какашка, поэтому можно... Благовушки можно просто взять. Берите по благовушке, да. Каждый возьмет по одной, да. Я же говорю. Мне не нравятся тут датчики, я повешу их. Дверь открыла, Алекс! Ты вешаешь на стену справа, а она проходит слева. И оно не сработает. Дальнюю визитерскую, в смысле? Ту же визитерскую, она пооткрыла. Мы за вонючками. У нас уже были такие случаи. О, опа. Алекс, удачи. А теперь жертва поменялась. Скорее всего, жертва сменилась. Но он не отсюда идет. Надеюсь, он не отсюда, скорее всего, идет. А что так ярко стало? Монитор был темный-темный, яркий стал. Не знаю. Меня смущает, что... А вот опять потемнел. Я такого не видела. Ты видела, да? Экран как-то затемнился, осветлился. Я боюсь, что Алекса того. Того, да. Ну да. Не сыграем мы теперь, да? В рулетку-то. Не, ну чего, вдвоем? Ну это не то. Молодец, красавчик. О, минус, еще благовошка. Так, заберем. Отлично. Пусть лежит пока. Отлично. Пошли в дальний конец. Ну, честно сказать, если это банши, то она появится там, где убила Алекса, да? По логике вещей. Или надо нет? Надо крест. Я не знаю, сейчас я крест положу. Давай, давай. А, он показывает на карты, чтобы мы оживили его. В любом случае, вот здесь будем его оживлять, давай. Я карты не брал. Слушай, она тут? А, так чего ты их не взял? У меня руки заняты все. Блин, я пошла за картами. Не ходи, пожалуйста, я же хочу банши проверить. Я не хожу, на месте стою же. Хуёво. Пошел за Дашей. Ладно. Не самое лучшее место в мире. Но можно и переждать. Так, Даша его, видимо, благовошкой спугнула. Скорее всего. Тут свет можно проверить? Света нет. Бля, тут где-то. Что-то открывай, что-то... С чего ты взяла? Так объясни, чего ты взяла это? Это
Вообще нихуя не слышно, бля. Что-то звук сломался в игре. Это мимика, короче, смотри, во-первых, я когда зашла, мне показалось и увидела пар от минуса. А потом, когда я побежала прятаться, он за мной побежал, как я не знаю кто. Я зажгла благовоние, и он замедлился, просто у него упало, как у Диогена, вот когда он я уходит понял. Вообще в ноль скорость. Короче, уходим, это ми. Алекс, тебя пробовать оживлять? Да, давай. Не надо? У меня нет благовония, ну куда? Подожди. У меня вон лежит благовоние на полу. Я не буду брать оттуда, потому что сейчас начнется тревога. Алекс, хочешь, я тебя оживлю? Иди сюда, давай, оживлять тебя? Наверх идем. Ой, я выкинул, у меня... Взял карты? Ой. Взял карты? Да-да-да. Бежим. Опа. Блядь, бежит! Сука. Ебать, тарахтеть. Бегает тварь. Как классический ревенант, а от мимик падла. Тихо, тихо, тихо. Ты же не знаешь, где я. Уйди, уйди, уйди. Шел отсюда, блядь. Я закрыл вовремя. Я на первом. А, понял. Пошли на второй. Сейчас оживим тебя, не переживай. Сейчас все будет красиво. Где ты хочешь на втором прятаться? Да там можно будет где угодно прятаться. Он же будет медленно, это ревит. Давай. Хоть в туалете, пошли в туалете. Давай, давай. Блин, он бегал, зараза, просто летал. Ну, потому что ты ревик. Пошли сюда, давай оживлять, знаешь, как в этих фильмах подростковых. О, давай, вот, смотри, смотри, Даш, идеальное место, да? Давай, оживляй так. Его, бегом. У меня гермит. Тауэр. Деф. А, этот, шут. Тауэр. Да попробуешь ты, давай. Остальную часть ты попробуй. Может быть, тебе повезет. Сан. Фул. Тауэр. Блин. Хэнгмен фул. А. The Moon. Хермит. Давай! Дес! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сидим пока. Прикинь, он сейчас, короче, после каждой атаки меняет призрака мимик. И сейчас он Диоген, блядь, на секундочку, а? Вот это будет весело. Вот это мы повеселимся. Тихо-тихо. Все, бежим, бежим, бежим. Даш, а он же типа может разных призраков копировать, да? Да. Так что не факт, что ревик. Нет, я имею в виду, это бимик. Бимик? Бибик. Бибик. Нет, я понял, что мимик, но мимик копирует не только ревика же, правильно? Да. Ну вот. Мы можем не успеть выйти. Тогда нам жопа. А
Алекс, вышел? Да. У меня... Что? Но что? Дверь закрывалась перед... А что с дверью? Все в порядке. Не заходи, сейчас атака начнется. Да, жалко. Кстати, две последние атаки, это не ревик. Вот жесть. Так, выбрали мимика, поехали. А, классный мимик. Алекс, ты выбрал Джина? Нет, нет, отлично. Мимик Диоген, это было бы зло. Это было бы жопно. Боже, хорошо. Неужели мы правильно выбрали? Красота! Красотища. Жалко, что Александр. Да. Не косил, да, не, потом стало понятно. Он, знаешь, своеобразно, ты когда его раскумаривал два раза благовонием, он бегает, покурит, и все, еле-еле какой-то накуренный. Это ревик, это потихоньку. У него он был как ревик. Да, было покосивало, а потом вроде бы нет, две атаки, быстро бегал. В общем, нормально, ладно, Мими... Ну, у меня вообще, знаете, как обидно было. У меня, я выхожу, и главное, вот уже свободой пахнуло прям свежим ветром в лицо, и у меня перед глазами дверь захлопается, бац, и меня в спину сразу так и разрывают. Я ничего сделать не успел, ни благовония поджечь. Ну, это тюрьма, что ж такое со спины, надо осторожнее быть. Тюрьма, не успел я, да, откинуться. Блин, обидно, жалко. Кури-ли, хорошо, поехали. Так, Карели. Это кошмар. Так. Ну, с кошмаром я пойду туда. Карели. Пойду, наверное, книжку. Что вы книжки бросаете? Вообще как-то вот... Да вообще ту, ужас. Радио взял, Олеж? Радио? Нет, с чего я должен радио брать? А, я беру... Ну, просто был один. Не-не-не-не. Я имею в виду, что я никогда радио не беру. Да ладно? Серьезно? Я всегда беру температуру, зелень и фонарик. Все. Ты ж брал в тюрьме, по-моему. Ничего я там в тюрьме не брал. Это было, когда он сидел. Когда блин, он сидел. Щиток. Я пошла наверх. Главное... Ребят, проверьте, пожалуйста, щиток в этой там. Главное, любимая локация Алекса, а я еще и сидел там, оказывается. Прекрасно. Ну, замечательно. А я там умирал, если что. Так, щиток. Это дом стрёмный. Пожизненная оказалась у меня. Проверьте за кухней. Да, проверим, проверим. Добежать, дай бог, туда. Да. Можете не проверить. А, так, уже нашла, 4. Даже, да? Слушай, мы же не бегаем так быстро. О, погреться можно. Дай нам знак. Ой, хорошо. Дай нам знак. Призрак, ты тут? 2,6, ни хрена себе, серьезно. 5,7. У меня тут 5 градусов. 2,4 было, ни хрена тут проскакивало. Тут двоечка была. У меня тоже там 2 было. Блин, у камина. У камина хоть погреться. Хорошо, ты только голову туда не засовывай поблизко. Ну, с чего такие идеи вообще? Я не знаю. Есть возможность как помереть. На... Так, дай нам знак. Ну, слушай, теперь начало. Дай нам знак. Всех обогрело. Дай нам... О, кстати, предметы же у нас могут быть. Может, тут зеркало? Тут же обычно может, зеркало бывает. Закинуть? О, не-не-не. Может, гранату вам закинуть? Не надо. Не-не-не-не-не-не-не. Давно не было. Дива, спасаем. Дай нам знак. Что, Даш, тут вообще тишина? Слушай, что там 4? А кто-то сказал, что зеркало, да? Не, мы предположили. Нет, граната, есть граната. Хотите проверить? Ну нафиг. Могу закинуть. Музыкальная, симпатичная. Дай нам знак. Так, дай нам знак. Ну не знаю, тут проходилось, огоньков нет. Ну что-то как-то уныло. Дай нам знак. Вообще тихо, кстати. Ничего, да, не роняет. Температура отличная. МПшка молчит. Дай ну как знак. Отличная? Такое себе. Или... Ладно, я пойду на первом, и тогда вдвоем на втором. На чердак сходите. На уж чердак, там. Да. Я внизу посмотрю тогда огонечки. Дай нам знак. Это ты включил, блин, я уже... Да, помню. Я включил, тут темно было, блин. Give us a sign. Дай нам знак. Give us a sign. Harry Potter, 20 points. Что-то где-то упало, по-моему. Я тоже слышала падение. Как мяч, знаешь, как звук мяча. Тогда дай это наверху. Тогда это спальня наверху. Дай нам знак. Give us a sign. Тут косточка лежит на этом, на столике. Слушай, пошли в спальню тогда проверим. Ребят, пойдемте проверять спальни наверху. Да, сейчас пойдем. Так, 12.
10. Что это валяется у нас тут? Дай нам знак. Есть какие-то новости? У меня вообще никаких. Алекс, ты на чердаке? Да, я на чердаке в гости сделаю. Хорошо, если бы они общались на Б, нажимая на рацию. Дай нам знак. 8,9. Не, тепло. Это слишком тепло. Ни Б, ни термометр, ни отпечатки. Может быть, тут? У нас тень, может, какая-нибудь застенчивая. Хрен знает. Молчу. Дай нам знак. Дай нам знак, ну. Give us a sign. Дай нам знак. Дай нам знак. Give us a sign. Блин. Give us a sign. Тепло, блин, во всех комнатах жаришка, понимаешь? Странно, что картина подсвечена. Может, шкатулочкой спровоцируем, посмотрим, откуда пойдет? Не, не надо, не надо. Нет, нет. Короче, оно на первом этаже, видимо. Я тоже думаю. Тут везде жаришка, тут везде жарко. А на первом надо искать. На чердаке тоже? Я не проверял. Алекс. Да, я был. Give us a sign. Дай нам знак. Ну ёпарст. Give us a sign. Ого, да ладно. Здесь у меня минус 10. Ёпта. Я только зашел с плюс 18 на минус 10. Ух. У меня все сжалось. Нормально тут, нормально. Так, раз. Готово. Ну опять же тишина. МП молчит. Давай, поболтай. Пообщайтесь. Так, надо притарабанить вещей. Hello. Ивент. Hello. What is your name? Надо, кстати, чуть правда. What is your name? Сейчас еще поскидываю. Подождите. Давай. What is your name? Where are you? Так. Да, жестко. Жестковато, конечно. Ох, ивент красный у Даши. Даша красный ивент, по-моему, да. Блин. Так, возьмем-ка. Журнал там есть, да? Да что у меня с журналом? Я бахну таблетосиком, огонячка, вроде бы нет. Но мне ничего не отвечал по этому. Ты ивент словила красный, сейчас еще проверю. Да? Ну, слушайте, демона мне... Ой, тень. Вот смотрите, давайте, какие признаки у тени есть? Это она, вот стопудово. Думаешь, застенчивая? Ну, слушай, ну сколько мы ходим на кошмаре вообще, такая тишина, так уныло. Демон бы уже точно начал бы. МП и записи. МП и записи. МПшку я там кинул, записи. Параболик надо взять и избежать. Кого, параболик? Параболик. Параболик, ну какой? Это микрофон. Лёлик, болик, параболик. Да, хорошо. Параболик. Я возьму крест. Или? И соль. Избежать надо, поэтому вонючку возьмите. Я возьму раз... А, я возьму вонючку. Да, ты будешь нас спасать, Даш. Как Чип и Дейл. Окей. Хорошо. Как гаечка тогда уж, как Чип и Дейл. Это мы с тобой, да? Так, я пойду еще раз по... О, Гал Алексу позаигрывал. Давайте еще раз попробую поговорить. Что-нибудь на сале увидеть. Are you here? Вот вам крестик, вот вам блокнотик. О, дякую. Там есть блокнот уже один. Наступил на соль. Два, знаешь. What is your name? Дайте поговорить, ну что ж такое? Hello. Блин, я сожгла... Тварь ты голимая. Бывает. Черт. Hello. Ух ты, роняет вещи, нормально. Hello. Are you here? Так, минус сюда пошел. Are you young? Включил радио. Ивент, ивент, ивент. Ну как настоящий, да? Хренеть. Я пошла за вонючкой. Подлюка. Так. Два раза был ивент, Даша испугалась, сожгла благовоние. Ну он как настоящий, понимаешь? Да? Прям, да? Нифига себе. Жаль, я пропустил. Ну ничего. Я готов, если что. Да, он предметы швырял. Он швыряет, как полтер, практически. Заткнись. Он наступал, были следы. Были. Ну, в принципе, миража у нас не было, да, в этих? Ну да. Ну, атаку, наверное, надо еще шанон. Один, это, подожди, надо еще одну улику. Блин, бросает что-то. Да, он бросает. Может, МПшка будет?
Проверь, МПшки. Хыха-пыха. Только что вот ты сказала хыха-пыха в ухо. Пожалуйста. Это не они. Ты раньше попросить не могла? Это не они. Надо, чтобы он, когда хыхает, говорил, это не они. Свет включает, ребята, вон он включил свет. Иди у лампы проверь МПху. Че? Лампа же зажглась. Есть МПх? Есть. 5 МП! Вот, я же говорю, 5 МП! Блин, ты тоже раньше 5 сказал. МП! Чё вы, да, вы как-то ходите, вы не стесняйтесь, это говорите! Джин. Идеи хорошие! Да, я тоже на джина думаю. 5. Вот, наконец-то джин, Алекс! Ты можешь выбрать джина и не прогадаешь. А что, в смысле? Это ты выбирал джина? А это может быть и тень? Нет, а я до сих пор на тень думаю, смотрите. А слишком не, джин, слишком активная для тени, по-моему. Много... Подождите, Олеж, когда был ивент, он появлялся, он шел? Да, конечно, конечно. Ну так, а у тени нету, как этот, физического ивента, как-то так, он телесного ивента. Да? Опа! Побежали. Ёпта. Бля, дверь не закрыли. Что дверь не закрыла? Походу, он побежал за Алексом. Пока мы думаем, что это джин. Ну, похоже на джин. Выжили? Даша, ты дверь не закрыла, я закрывал за тобой. Ну, я мне пока закрыла, но не до конца. Алекс, давай сюда. Вот вам фонарик. А? О, все, вижу, все, вас. Не знаю, я пару раз... Смотри, смотри, чашка, бутылка, смотри, дорожка Полтера прям, да, нормально? Да? Ну, похоже, да. Слушайте, ну давайте, давайте. Так, что думаю? Давайте, давайте. И что, вам кажется, что джин? Да джин это, у него не было тенюхи эти, физические гост-ивенты. А как мы тень сейчас проверим? Ну, Алекс, хочешь посидит там с ней? Ну, может... Он бы... Да, а что ж его зайти, вообще не пойму. Вы... Дайте я хоть раз сегодня живой вернусь. Ну, тень типа по одному не любит. Тень же любит одиночек. Ну, так зайдите, вы проверьте. Тень любит одиночек. Нет, не хочу. Возьми бутылочку вина, пива. Или тень. Хорошо, давайте... А что мы не как сделали? Как мы еще можем проверить? Ну, сбежать. О, а хотите давайте сбежать? Да, давайте. Смотрите, берите, а нам еще предлагают в психушку сходить. Хорошо, давай. Мы можем сейчас поехать и пойти в маленькую психушку, либо пойдем сейчас проверять джина. Не, давай не будем джина проверять. Прости, джин, но сегодня без проверок. Мы его ставим, да? Хотите, поставьте тень, я попробую джина. Ладно, ну я тоже как вам. Бы, как любит говорить Даша, я склоняюсь к джину. За его лампой, чтобы надо он сделал три желания. По три, короче, там этот. Ну, ты понял, да? Угу, и будет тебе три желания. Фу, ладно. Но это должен быть... Какой, бля? Какой? Какие близнецы? Вы чё? Добрый вечер, блядь. Какие близнецы? Алло, гараж. А почему? Как это? Он же в одном месте был всегда. Как это могли быть близнецы? Подожди. МП, спирит бокс и фризит. Да. О, нормально. Я чуть долго заходил, зашел. А так, нормальный джин, да? А я загадал желание даже первое, два. Чтобы джин выдал близнецов. Шучу. Блин, это странно. А вот я на джина не думал, потому что мне показалось, никаких изменений по скоростям почему не было. Но он должен был появляться. А разве там вообще были? Сейчас дайте посмотреть. Он должен был появляться в разных местах. Он был в одном месте всегда. Значит, у нас фризинг был, и что у нас еще было? У нас МП5 и МП. И МПшка, минус да. МПшка, мы даже да. на них не думали. Мы даже не на них не думали. А как, кстати, почему-то пропустили мы что-то этот момент. Ладно, на давайте кого-то? В маленькую психушечку пойдем. Эх, близнецы, блин, а. Как много ошибок в слове джин. Так, все готовы? Я даже не знаю, что нам доступно будет. Брэдли Уокер. Брэдли Уокер. У нас кусочек, да, не полная. Ну, это хорошо. Так, ладно. Да, я взяла маленькую, блин. Готов. А у нас 2 градуса снимает, в машине, да? Наверное, он здесь. Точно. Точно маленькая психушка? Ну, должна быть. А помните, как мы играли на X24, как черепашки ползали из угла в угол? Ура! Из точки А в точку Б. Give us a sign. Так, сразу свет. Слушайте, удобно. Давайте сразу и этот посмотрим. Предмет. Так, у нас... Только может, это полезненькое. Хорошо. Значит, в морг мы сегодня не идем. А что так? Ну, видимо, сегодня без него. Блин, как ты... Дай нам знак. Прошел, да? Без морга, так, блин, ничего. Дай нам знак.
Его сосайн. А тут тоже закрыто. Стоп. Да, закрыто, стоп. Закрыто. Но туда можно пройти вглубь. Сейчас, 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 сейчас. 3 градуса. А что у нас... А, у нас пентаграмма, господи. Она пентаграмма в пент... Блин, как обидно. Семерочка. Ух ты, МП-2. Здесь. Здесь прям. В главном месте у креста. Часовня, реально? Да. А прикинь, что тут будет. Тут же и пентаграммка у нас, и все по красоте. Тю. Где ставить? Где она была? Вот он здесь пытается показать. Блин. Так, с температурой. Я пошла еще за какими-то вещами. 7,5. 6,3. Было бы интересно. Как думаешь, будет зеленка? Где-то рядом упала. А, бегу с МПшкой. Свечка валяется. Так, туда же раскидала тут. А ты с МП просто пройдись, включи ее. Хрен узнает. Боковые двери тоже открываются, да. Фух, так, давай тогда за шмотками. Идем, Алекс? Не знаю, давай, давай. Я чё... Так, что у нас тут? Слушайте, а может он не в часовне? Просто там он... Может он за Алексом ходил? Блин, я не знаю. Но там я зеленку поставил. Там очень ярко, ты ничего не видишь. А что по температуре там? А, по-моему, 7 вроде была. Понимаешь, когда я вышла в этот холл, я что-то услышала, упала. Ладно, смотри, у меня 3 пустых руки, я возьму этот... Я беру блокнот. Давай. Я могу взять ультрафиолет, наверное, если надо. А, Алекс, у тебя ультрик есть? А, ультриков нет, Даш. Алекс взял, наверное. А, взял, взял, взял. Хорошо. Слушай, а ты можешь взять зажигалку, а я возьму вонючку? Да, я давай. Я тебе потом ее заберу. Так, пойдем. Слушай, смотри, я сейчас тебе покажу. Я шла вот через тот холл, и я услышала отчетливо, что-то где-то упало. Вот такой, знаешь, такой тудущ. Это моя свечка валяется, я тут ее оставила. Вот, но оно что-то упало вон там. Вот там я слышала, что-то упало. Вот тут я слышала, что-то упало. Все молчит. Так. Падать может что угодно. Температура как-то непонятна. Нет, и вот я совсем не уверен, если честно. А что по температуре? Потому что сейчас 10 градусов. Ну, сейчас 10. То бывало 5 пробивает. Но МПшка молчит, фонарик. Давайте знак просить тогда. Ну, может, знак, а я выхожу. Давайте попробуем. Говори. Are you here? Блин, стрёмная херня. Are you young? Are you old? Так, я бы еще поискал. Hello. Так. What is your name? Where are you? What is your name? Алекс, ты можешь по коридору пройтись? Are you here? Are you young? Are you old? What is your name? Where are you? Так, дай знак. Мы ходили в одно крыло, надо сходить еще в другое. Алиш, а дай мне, пожалуйста, зажигалочку. В кабинете. Ко мне идите, в кабинете. Зажигалочку дай. Идем. Я же говорю, что там что-то упало. Бежим, бежим, бежим. Или как? У меня только свечка, мне нечем что? Проверять. Его здесь пробивает. Сколько? 0,3 градуса пробивало. О! Везде 18, а вот здесь вот 1,3 сейчас градуса. 3 градуса. 1,3, так, я пошел. Вещами. Давай. Вот, наверное, это ты и слышала, скорее всего. Я услышала, да, вот здесь. Знаешь, части, в чате пишут, что типа он к Алексу телепортируется. А, да, вот и я уже начала об этом думать, что оно к Алекс Банши. Может быть, мстя. Мстя она такая. Так, ладно. Картина и упала! Падает. Нифига, да. При мне картина упала. Так, МП-ха. Сейчас я посмотрю. Опа. Два МП. Блин. Сейчас я тут поставлю. Так, 2 МП. Так. А что мы еще не принесли? Журнал второй есть, крест или первый? Зелень есть. Какой крест? Это что за крест? Картина упала, да? Походу здесь. А сколько сейчас температура? О, не знаю. Ну, раз он здесь роняет картину, он вот здесь. Пойдем посмотрим из машины огонек, поточнее, и лазер. Давай. Я что-то думаю... А что, вы опять выходите? Блин, стоп, я как-то а все, если это банши?
Давай, да, давай. У нас же поменяется все. Мы с машины глянем так, просто. Я пойду? Так у нас поменяется, сейчас собьется жертва, если мы сходим. Хорошо, иди одна тогда, я тут буду. Хорошо, а что, вы уже на башне думаете? Слушайте, я что-то пропустил, кроме минуса, пока ходил. Олег! У нас есть вторая улика? Я пока не уверен. Нет, улик нет пока. А у нас первая есть? Какая первая? А, минусовка ты говорил или что? А никакой. Никакой? Не-не-не-не-не, она 0,3 была, не минус. Я что-то это... Я подумал, что вы уже что-то... О, лазер! Был лазер, Даш! Я видел девочку! Еще и глазами. Да, глазами видел, девчонка. Хорошо. Иду с еще одной камерой. Кто спер мою боковую? Фига себе. Нормально так поставили. Слушай, надо зажечь. Ты боковушку подрезал. Держи, ладно. Не-не-не-не-не. Если что, главное будет на стрёме. Подрезал. Я взял, она плохо лежала. На полочку положил, взял журнал почитать. Нет, с призраками разобраться. Нет огонька. Не, мне ребята писали огонек вроде. Не, нету, видимо. Лазер точно есть. Это снег идет. Блин, может, банш или диаген? Слушайте, ой, хочу. Давайте. А что у вас еще шоу? А что вы думаете, банш или диаген? Не, это Алекс хочет этих призраков. Лазер и все? Он хотел бы. Подождите, а где радио? Блин, радио легко приносить. Ой, бегает. Фу, господи, я даже дрогнул. Так. Блин, ну фантомы надо гостелить. Блять, я случайно. Надо... Что ты сжег? Случайно. Ты сжег мое благовоние. Да извини, минус я куплю тебе новое. Это благовоние дымит. Главное, чтоб не жопа. Давай. Выходите. Секунду, Даш, мне показалось, что... Are you here? Был минус, но это... Are you young? Мне, кстати, тоже показалось. Are you here? Are you young? Are you old? Are you here? What is your name? What is your name? Вторую картину. Да, да, да. What is your name? Hello. What is your name? Where are you? Почему он ответит так, если что? Свечку задул. Хреновый какой-то он. Крест пока не кушает, кстати. Да, на крест ему плевать. Лазер. Угу, угу. Я не понял. Ну он так кинул так через комнату. Так, чё у вас? Дверь потрогал! Не отвечает? Ульти. Я я не задел. Есть отпечаток, смотрите. Хороший, сочный. Отлично. Нормально. Сочный. А фоти где? Сочный. Так, где-то я оставлял. Стой. Бабки. Так, отпечатки рук. Банши, фантом или Горё? Это не Горё, это не Горё, мы же видели. А, не Горё, да, точно, точно. Да, глазами. Слушай, фантом или банши? Ну, фантика-то мы увидим. Пошли за датчиками. Давайте погнали. Давай. Видеть. Мы только за. Печаточки. А я думаю, что это банши. Я думаю, что, скорее всего, банши, потому что... А, все, мы же все... Телепортировалась за Алексом, да? Я тоже так думал. Возьмите все по благовошке. А что это вы? Или возьмите кто-нибудь... Стоять. Датчик кто-то еще может взять? А фантом, могу... фантика по морганию можно будет. Ну, давай проверим. Даже интересно глянуть будет. Ой, дверь закрылась! Я не успел зайти! Вот он. Твою мать! Это фантом, он мигает, по-моему, редко. Алекс, аккуратно сиди. Блять, он к тебе вернулся! Он вернулся к тебе! Ай-яй-яй! Живи! Братан, живи! Ебать. Так, фантом. Пиздарики. Хотя странно, он его отпугнул благовонием. Он не должен был так быстро развернуться и прийти убить его. Вон он ходит. В проеме видно. Алекса минуснули. Почему-то не помогло ему благовоние, странно. Он его зажег, бросил, на секунду он отвернулся и обратно пришел, убил его. Ну, фантом, да? Я видел, моргал редко. Да, фантик. Подлюка, блин, а? Ой, успела! Только что, смотри! Так? Да, взорвал лампа. Нормально, Дашка, ты тайминги соблюдаешь, хорошо. Нормально. Это фантик. Да, Фантомас.
Фантик. Фантик. Поставили все? Дверь закрывает, смотри, дверь закрывает. Что закрывал? Жопу, ну, да, ставили. Давай. Поехали. Сейчас окажется, что это банши, и все. Мимик. Или мимик. И все. И приехали. Вполне вероятно. Сегодня такой день у нас, но это оказался фантом, слава богу. Так что всем спасибо, кто смотрел этот прекрасный стрим. Увидимся. Супер! Фантуха, сделали, да, мы этого. Угадали. Фантика, жалко, что ты погиб, Алекс, но он красивый. Ну да, а то меня в тупичке как-то зажал. В это, ты еще это, да, мы только зашли, и тут же, ну ладно, никуда я не убежал. Ну ладно, ничего. Ну что, мы неплохо сегодня справились. Фанш, ну оказался нет. Да. Ой, блин. Неплохо справились, будем делать уже перерывчик. Всем спасибо, кто смотрел. Увидимся на новых стримах. Всего хорошего, пока. Всем покусики. Все, всем пока-пока.